сегодня у нас 12-я тренировка. Юрий Горбенко проходит успешную реабилитацию коленного сустава. Сегодня у нас беговая работа уже. Вы уже представляете, приступили к беговой работе. Как вы помните, он пришел ко мне с отекшим коленом, которое болело, не сгибалось. Постоянно был дискомфорт. А сегодня уже на всего лишь на 12-й день вы можете наблюдать, как человек будет уже выполнять динамическую работу. Поехали. Да, у нас сегодня, конечно, такая тяжелая работа. 2 по 45. 45 минут бежим, 10 минут отдыха, опять 45 минут бежим. Чисто беговой день. Чисто беговой день. Обязательно, это очень важно для реабилитации. Окей. Будем бегать. Я бегу. Еще 10 минут бежать. Переключи мне музыку, сделай. Я бегу, 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 бегу. И все никак не добегу. Я же говорю, включи мне на музыкальный канал. Вот, только что, назад вернись. По ТВ музыкальный канал. Фух. Еще немножко. И первая часть 40 минутки закончится. Для тех, кто не верит, что я бегаю. А я бегу нормально. Совсем не сложно бегать. Внимание, вопрос. Задаю всем. Ответьте мне на вопрос. Чем отличается обычный реабилитолог от спортивного реабилитолога? Сейчас услышим мнение специалиста. Обычный реабилитолог просто восстанавливает биомеханику и моторику движения, чтобы человек мог ходить и все. То есть он ставит самые минимальные задачи. Минимальные. Спортивный реабилитолог, физиотерапевт, так как называемый спортивный, это человек, который делает так, что спортсмен восстановился в короткие, кратчайшие сроки и при этом еще набрал форму. Обязательно, чтобы он мог и подготовиться автоматически к максимальным нагрузкам и испытать его на максимальных нагрузках, чтобы человек мог это ощутить. И он почувствовал абсолютно, что он здоров, что он дальше может возвращаться в спорт и добиваться высоких результатов. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Теперь мой вариант ответа. Спортивный реабилитолог отличается тем, что каждое его занятие, реабилитация колена, как полноценная подготовка к соревнованиям. На моих видео вы это все замечаете, особенно с вчерашнего 11 дня вы это все увидели. Физподготовка, кроссфит, как у обычного спортсмена, который готовится к соревнованиям. Вот чем отличается обычный реабилитолог от спортивного. Ставим лайки, пишем комментарии.